Переговоры лидеров нормандской четверки анонсировал глава украинского МИДа. Павел Климкин утверждает, что уже сегодня лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудят по телефону вопросы безопасности и освобождения заложников на Донбассе. О личной встрече речь пока не идет. Также министр сообщил, что завтра встретится со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Уолкером и обсудит его переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.